Недаром я уже строила карьеру подтверждения, ответы, и хочу рассказать действительно очень-очень много всего интересного. Во-первых, завтра Солнце будет в соединении с уранической планетой Вулкан. Вулкан сам за себя говорит, это как та энергия, она выплескивается. Вот, безусловно, мы помним, что это конфликты могут быть, но также и сжигаются какие-то границы, которые, может быть, нас в чем-то сдерживают, и тот творческий потенциал, который есть, он выходит. И Марс находится в своей... Марс находится в огненном знаке. Он находится в Стрельце сейчас. То есть, получается, два светила таких мощных, серьезных, находятся в своей обители, по большому счету, в своем таком сильном положении. И, конечно же, это говорит о том, что будет большой-большой такой выплеск энергии, который действительно нужно контролировать и думать, готовиться к дальнейшему. Вот эта вот энергия огня, которая выйдет вот в преддверии августа месяца, конечно, хорошо